Барнауле сегодня произошел пожар в ткацком цехе меланжевого комбината. Горела крыша здания, огонь повредил кровлю и перекрытие. Пожару был присвоен повышенный ранг. На место ЧП оперативно выехали 8 машин и 22 огнеборца. Подразделения прибыли, оценили обстановку, значит, локализовали вовремя пожар и ликвидировали на общей площади не более 170 квадратов. По предварительной информации, причиной возгорания могло стать короткое замыкание, а в результате пожара никто не пострадал.